Во-первых, поздравляю с этим званием лучшего игрока матча. И скажите, пожалуйста, вот видно, что Алга поособенно настраивается на Дурду. Что мешает и в других матчах показывать такой хороший футбол? Да я бы не сказал, что как-то особенно мы настраиваемся на Дурдой. На каждый матч настраиваемся, просто где-то что-то получается, где-то нет. Вот в прошлом матче вы уступили на выезде Абдышате, но здесь я с Дурдой как-то не пропускаете, как в матче с Абдышатой. Что мешает также играть и с другими командами, например? Не знаю, где-то доля везения, наверное. То есть дело не в мастерстве, а в везении? Ну, не только, конечно, в мастерстве дело, но там не повезло, залетело два хороших гола, мы свое не забили. Здесь не пропустили, мы тоже не забили. А какие изменения в команде произошли после смены главного тренера и после смены руководства? Ну, это вопрос не буду отвечать. Именно в плане тренировки, я имею в виду. Ничего, так же работаем, все выкладываемся точно так же. Спасибо. А можно вопрос? В сегодняшнем матче Алга потерял 2 очка или набрал 1? Тяжелый вопрос. Наверное, потеряли все-таки. Могли забить, также могли пропустить, но это футбол. Не забиваешь ты, не выигрываешь.